Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал в рубрику Music Tips. Сегодня у нас очень интересный гость. Победитель конкурса «Дельфийские игры» 2017 года. Победитель конкурса «Золотой щелкунчик». А также призер конкурса Gold Sachs, который проходил в Киеве. И что мне очень приятно и особенно приятно, это финалист телевизионного шоу «Синяя птица» на канале «Россия». Прошу любить и жаловать, Георгий Джишкариани. Привет! Здравствуйте! Сегодня мы говорим об интересной теме – аксессуары для саксофона. И Георгию, конечно же, есть что сказать. В первую очередь хотелось бы сказать про трости. Эти трости французской компании Van Doren. Я играю только на синих, на Tradition, размер 3,5. Они мне подходят по всем параметрам и для игры современных произведений, и для классической музыки. А скажи, пожалуйста, что трости отличаются для игры классической музыки и для игры современных произведений? Или отличаются только заточкой? По большей части отличаются только заточкой. Как часто ты меняешь трости? Это вопрос, я думаю, самый популярный у многих подписчиков и зрителей. Все знают, что трости очень неоднозначная вещь. Одна трость может прослужить месяц, два, три, если она правильно разыграна и удачно выращена на заводе, на фабрике. А если она неудачная, то она может прожить 2 минуты. Она может прожить 2 минуты и да. Я правильно понимаю, что трости в основном производятся во Франции? Да, абсолютно верно, потому что саксофон был придуман, можно сказать, во Франции и имеет очень важную роль именно эта страна в жизни саксофона. Я хочу дополнить интересной информацией о том, что инструмент саксофон был изобретен в городе Динан, в современной Бельгии, человеком, которого звали Адольф Сакс. Но, конечно же, франкоговорящая часть Бельгии, она имеет принципиальное значение для страны Франции. Поэтому сейчас, в данном случае, мы не разграничиваем саму страну Францию и франкоговорящую часть Бельгии, так называемую Валонию. Следующий аксессуар. Это лигатура. Здесь представлена американская, французская. С помощью лигатуры мы соединяем трость с мундштуком, что позволяет нам играть различные произведения различным штрихом, нюансом, динамикой и приемами. Правильно ли я понимаю, что трости требуют очень тщательного ухода и как бороться с разницей в климате при переездах? Бороться не нужно. Нужно всего лишь приобрести такую вещь, это называется кейс, кейс для тростей. Он позволяет сохранять влажность в тростях вне зависимости от континента, страны, города. И в этом кейсе, в этой коробочке трости себя чувствуют абсолютно спокойно, и на них можно играть практически сразу. Требуется ли какой-то подлив воды? Кейс имеет вот такой картридж, в нем находится определенное вещество, которое позволяет сохранять влажность и стабильность в тростях. Как мы уже говорили, упоминая о тростях, имеет значение заточка тростей. И по этому поводу у Георгия тоже есть свой лайфхак. Для того, чтобы правильно менять и адаптировать трость, я использую вот такую точилку, набор Van Doren Paris. Здесь находится вот такая пилочка. Обратите внимание, это пилочка для заточки тростей, да, а не для заточки ногтей. Такая площадочка для того, чтобы трость была всегда ровной и всегда была разыгранной. Вуаля, трость готова. Этот гайтан сделан в Японии. Что примечательно, этот гайтан распределяет равномерно вес инструмента, не только равномерно распределяет на плечи, но непосредственно на всю спину и на все поясничные мышцы. Это позволяет дольше играть, это позволяет не уставать во время игры и делает игру максимально, насколько возможно, удобной. Мы подходим к самому главному, это мундштук. Прошу. Здесь представлен мундштук для сопрано-саксофона французской компании Selmer и эстрадно-джазовый мундштук Meyer, который производится в Америке. Чем отличаются мундштуки для классического репертуара и для эстрадно-джазового? Для классического репертуара используются мундштуки без моста. Отлично. Мост – это такая каемочка внутри мундштука, который используется в джазе. Он
придает резкость, немножко больше резонанса. А классический муштук делает звук более круглым, камерным, более приятным. И, в принципе, он отличается еще и тем, что внутри он цельный и очень округлый. После такой большой и красочной преамбулы об аксессуарах, конечно же, мы хотим попросить Георгия исполнить какой-то музыкальный пример на саксофоне. И что это будет сегодня? Сегодня это будет этюд современного композитора Бенджамина Атаира. Сегодня у нас в гостях был лауреат международных конкурсов и победитель телевизионного шоу «Синяя птица» Георгий Джишкариани. Для того, чтобы не пропустить ничего самого интересного, жмите кнопочку «Subscribe» и до встречи ровно через неделю. С вами Юрий Медяник. Удачи!